Иван Козлов. У камелька. Сон отлетел, подушки мнут бока, чуть рассвело, и мне у камелька, угасшего в томительном дрожанье, послышалось, как будто отпеванье. И голос был суров, хоть невелик. В его звучание мой слух проник, и церковь под зелеными ветвями привиделась с погостом и крестами. За ней холмы тянулись чередой, пруды сверкали голубой водой, дышали рощи ровно и спокойно. Шла служба благочинно и пристойно, вдова крепилась, маленьких сирот не омрачила бы печаль забот, когда бы не минута роковая. Священник, тленный прах благословляя, ударить в медный колокол велел. И тут, смотря на гроб, я обомлел. Моя душа свободная витала, а тело со свечой в руках лежало. Скорей к нему я ринулся душой и вдруг очнулся. В комнате большой потрескивают в камельке поленья, домашние подносят чай, варенье, но все еще мне чудится кругом и колокол, и долгое бом-бом-бом.